Зачем тебе? Ой. А ты как ты качала? Что с руками у тебя? Что? Что с руками у тебя, говорю? Ты, наверное, слишком сильный для меня, да? Ну, давайте проверим на всякий пожарный. Так. Что? И кто ты такой? Не, вы посмотрите на эту кошку Лану. Смотрите, что у нее с руками? Что с тобой? Во! Посмотрите. Кто? Это 2% гидра. Чего? Йо, сумоисты снова в деле, получается так. И тут какой-то чувачок кидает нам вызов, но он как ты будто... Ты думаешь, он? Он какой-то думаешь, опасный. Вот и этот, ой, я думаю, это самый маленький. Вот и этот! Где ты? Какой хороший. Хороший маленький чувачок, но мне его жалко даже немножко. Нормально, мы его просто обнимаем. Ну что ж, нормально, да? Конечно. Типа так нормально? Ну хорошо. Да. Во, нормально там Ульяна. А в конце прям обнимаем. Да, прям очень сильно обнимаем в конце. Не совсем, да. Да нормально. Это так, по-дружски. Так, так. Лови его, чувак. Не поймал? Ну что ж ты так? Там маты, наверное. Ему нормально. А что мы, кстати... Ребят, что, мы будем вообще покупать питомчиков или где? А сколько тут стоит? О, 3000 яйцо! Я на 30 коплю! А, серьезно? Подожди, 3? Ничего себе. Да. А, я думала, они возьмем. Дорогие давай здесь. Возьмем. Так, светяшка какая-то красивая. Ой, красиво. Старфиш. Это кто? Змейка. Подожди, это обычный... Ой, ладно. А я еще куплю. До свидания. А здесь есть какой-то автобой, может тоже. Быть, нет? Он был раньше, а он за робоксы. Но уже за 29 робоксов, да. Все ясненько. Mm-hmm. А вот так игра становится популярной, и, конечно же, сразу немножко меняются правила. Да. Подождите, что? Старфиш всего лишь две... О, я просто потратил деньги что? Свои. А подождите. У меня 4,5, а Старфиш 2,5. Не круто. Абсолютно. А если ты ее улучшишь? Вот мне, допустим, уже 2 выпало. О, мне змея выпала. А мне выпала какая-то другая штука. Ну вот 2 змеи, да, это хорошо. А тут можно как-то с ними как-то потрейдиться, может быть? А, насколько я помню, я не понимаю, здесь не было трейдов. Как их апгрейдить? А, 6. Грейдить там надо, да, 6 штучек. Так, ну поскольку я буду драться, тут был код на бутылочку побед, я, пожалуй, ее выпью, одну бутылочку, чтобы двоих да, было. Да. Подожди, где код? Сколько код? Блин, же скидывала. Да. У-у-у. Но там ты его введешь, и через какое-то время у тебя в магазине можно будет использовать зелье. Оно дает 2x побед. Подожди, а как оно дает 2x побед, если я все еще получаю 1000 за то, что я вот этого отпинала? Да? Да. О, да, в смысле? А что-то не работает, видимо. Так, все. Что-то не работает. Отдавай. Ладно. Отдавай код сюда. А кто да там? Не работает, Ёши, ну как-то не работает. А, да? Ну он как бы, ну, есть зелье, возможно, это зелье просто не работает. И прикиньте, было бы обидно купить его за 20 робоксов и да. получить неработающее. Это некрасиво. Слушай, ну мне как давали 1000, так и дают за него. Да, 1100. Да, мне тоже. Сейчас проверим. Сейчас тоже проверю. Так, да, все еще действительно 1100. Какой-то бесполезная штука. Может, надо в мир перезайти еще разочек? Сейчас попробую туда-обратно вот это вот побегать. Да не, я сомневаюсь как будто бы. Че думаете, копить на 30-ку или нет? Ну... Не, не буду. Наверное, лучше 3 питомчика возьму. Хотя, да, хочу питомчиков новых. Дай нового сильного питомчика позже. Кто это? Кто это? Сколько? 29% еще надо. Так, дай кого-то сильного, вот прям, чтоб сильно. Змеюка, подожди. Это, ну, змеюка 19, она неплохо. Она хуже, чем моя рыбка. Да, да. Чё, которая заапгрейдена у так меня. Так я зря да. покупаю? Да вот еще рыбка. Нет, ну если всё, ты купишь ладно. 6, то в принципе, наверное, пойду должна ноги быть качать. Лучше. И посмотрю еще на питомчиков своих. Так, а, да, 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 да. 3,5, 3,5 и 3. Да. Вау, спасибо большое. Ну, может, красота. Как-то все-таки можно там с ними договориться? Там. Нет, все. А если не покупаю питомцев, на них посмотреть, может, там скажут, какая у них будет сила? А зачем тебе? Ой. А ты как ты накачалась? Что с руками у тебя? Что? Что с руками у тебя, такие говорю? Такие же, как все остальное. Алло, качок. Ты че? Ты вообще где меня видишь? Остальное? Ты где? А, ты тут. Да вот, ноги качаю. Ну, это ты ноги качаешь, а я ноги... Ну, да, у меня одинаково, что ноги, что руки, кстати, должны быть. Пойду тоже руки покачаю, сейчас пойду. Прям сейчас и пойду. Так, ребят, новенький челик. Ой, а что-то он совсем не новенький, какой-то он слабенький, минуточку. Ну-ка, это еще разочек. Это ты прокачался. Что-то я прокачался слишком сильно, по-моему. А сколько мне за него дают-то? Подождите, минуточку.
человек, сколько мне за тебя дают? 2000 всего лишь, так, а вот ты? Ну, ты, наверное, слишком сильный для меня, да? Ну, давайте проверим на всякий пожарный. Так. Что? И кто ты такой? Что хотел? Не понял сейчас. Что-то хотел, может быть? Ну-ка. Так, это ты кого? Ты кого? Ага, так, я тоже попробую. Вот этого вот слабенького молодого. Нагастик, будем звать его Нагастик. О, ничего себе, у меня тоже хорошо получается. Powerlex, Нагастик. Да. А сколько там для следующего требуется? А что, следующего еще не потянешь? Не знаю, я думаю, нет. Ой, у меня всего лишь миллиончик. А давайте я попробую. Не, ой, что он такой большой, блин. Ну я уже все. Да. Уже начала. Да. Так, 33 тысячи. Мне надо за 30 точно купить домашнее животное. О. Итак, что-нибудь прикольное. Можно, пожалуйста, тигр? Ой, я тоже хочу. Тигр. Ой. Это 19%, да? Ну, типа... А у меня змейка увеличенная 9. Есть. Ну, мана ты. О, нормально. О, мне так. Самое обычное лиса. Спасибо. Так, я пойду ножки свои покачаю, что ли, немножко. Ну да, то... 6,53. Неплохо. Будет немножко недокачано. Ой, а зачем я нажал подарок, типа, забрал победы? Это ж надо забирать тогда, когда... Ну, о, конечно. Ошибка. Да я что-то много. Бездумно клацаю. Вот же ж ошибка. Не, вы посмотрите на эту кошку Лану. Смотрите, что у нее с руками? Я же, скорее всего, это моя 3D-шная одежда. Ужас какой, слушай. Ну, конечно, ты капец. Да. 3D-шная одежда. 3D-шные у тебя руки, вон, посмотри, огромные 3D-шные руки. Ну, так и есть. И змейка так, как красивая вы думаете? Тоже занимается. Да, прикольная змейка, страшная немножечко, ну, типа, стрёмно рядом с ней заниматься. Пойду я, наверное, знаешь ли. Понятно. Пойду покушаю, например. Я вот планирую до 600 тысяч докачаться и пойти на вот этого чувака побыковать. Но мне кажется... Биг Джеффа. Маловато. Думаешь, потому что рекомендуется общие 5 миллионов. Охо-хо. А у тебя вряд ли будет 5 миллионов, если ты до 600. Ну, я сейчас хорошо покушаю и поговорю с ним. Так, ребят, что-то я какой-то на грушу похож, короче, не знаю. Давайте попробуем с ним подраться. Ну, вдруг получится... У меня 2,5... Получилось? Кто это был? Кто это был? Кто это был? Кто это с косичкой? Кто это был? Это кто вообще был? Что с ним? Что? Почему он улетает прямо к The Dude? Dude, лови его. Нормально, кстати, заработок идет. Заработок идет приятный. А сколько с него насыпают? Почти десяточку. А, подожди, нет, вру, наврал, да? А, нет, 9900, да, действительно так. Слушай, а там еще один стоит сбоку. Который? Ну, там чуть-чуть справа. А, ты, ну... Ты что, смеешься? А, так это босс, нет? А, ну да. Вот босс передо мной там дальше, справа, говорит. А за него сколько насыпают? Пятнаху. А чё так мало? Ну, не знаю. Ты не забывай, что нам еще перед тем, как уйти из этой комнаты, надо прокачаться до упора. Да. Потому что иначе будем как до начала видео. Мы до того, как начать записывать видео, мы качались до 32 тысяч, потому что иначе, ну, мы не могли пройти в другую комнату. То есть мы уже победили босса, но пройти в другую комнату не могли никак. Потому что как бы там качаться пришлось бы, но мы не могли. Но ты посмотри. У него аж ножки затряслись, бедолага. Ой-ой-ой, что такое? Леша, а как это пройти? Тут 300 тысяч нужно заплатить, чтобы пройти дальше. 300 тысяч чего? Побед. Ну, побед. А, ой. Не, ну типа я могу, но я хочу питомчиков себе поднабрать лучше, поприкольнее. Ага. Поэтому я, наверное, еще разочков 5 выиграю этого чувачка и потом пойду питомчиков напокупаю. У меня уже есть на 5 питомцев, у меня 150 получается. Нормально. Ну, тогда быстро, да, заработаете. Тем более, быстро. Да, там конечно, конечно, довольно быстро. Крутые. Хоть бы один крутой выпал, а не трижды первый. Да. Трижды свинка. Трижды свинковый бутылки, я уверен. Слушайте, пойду, наверное, открывать. У меня уже на 7 питомцев есть, поэтому давайте-ка. И первый. Вот мне вот 2%-ного бы одного. Тебе бы разочек. Ничего себе. Тигр, спасибо большое за тигра. Конечно. Слушай, приятно, ну тут даже лиса нет. Арктическая хороша. Лиса, спасибо, но нет. Как? Так, это? Дальше. Следующий. Кто? Арктическая лиса. Это кто? Это сколько? Процентик мне, пожалуйста. Вторая арктическая лиса. Дайте третью, если она эпическая. Просто лиса. Не интересует просто лиса. Мне бы осьминожку, ребят, осьминожку сейчас. Просто лиса. Осьминожку бы сейчас. Одного. Арктическая лиса. Неплохо. В целом неплохо. Надеюсь, что их 3. Нет, их 5, конечно же. Поэтому эквип. 5? Эквип бест, так сказать, к сожалению. Два тигренка. Подожди, а ты можешь до 6-й Ничего не могу. Докупить и... А, не можешь? Ой.
Не хватает. Ну ладно. Нет, ничего не могу сделать. Ну иди и тренируйся. Или дерись. Ой, ладно, пойду. Мне выпала зебра 9% только что. Слышь ты, слышь ты. Я бы тебе отдала. А я хочу улучшить свою рыбу. Угу, 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 угу. А, ну, в принципе, 10x дает зебра. Прикольно. Сколько у нее процент выпадения? А, ну, вот 9%. 9%, да, вижу, действительно. Подожди, а арктическая лиса это что, вторая, это хуже, что ли? Да, я просто, у меня не было даже тигра до этого. Понятненько, а что я тогда... О, ясно. Ну, у тебя их будет несколько. И ты можешь их, возможно, потом собрать. Так, а сколько требуется для этого чувака? 24, а у меня всего лишь 3. Я думаю, достаточно. Пойду его побью. Ёша, а не, ты разумеется, видел? Разумеется, проиграю сейчас, но... А вдруг нет? Что видел? А, видел, что когда ты побеждаешь, твой питомец тоже кланяется. Да? Нет, не видел. Сейчас посмотрю. Забавно. А где мой питомчик? Он за тобой должен быть, нет? У меня нет питомчика. Питомчик. А ты снял питомчик? Я не трогал, я надел лучшего и все. У меня нет лучшего. Эквип бест. Нет. А, о, тигренок появился. Сейчас будем смотреть, кому он там кланяется. Ну-ка. Да, действительно, действительно, ничего себе. Очень воспитанный тигренок у меня. Да. Так, ребят, снова у меня на 7 питомчиков. И снова я иду вот в этот казиноч играть. Так, мне... О-о-о-о! Кто? Так. А ну-ка. Минуточку. Нет! Это крутой. На четверо их. Нет. Еще одна. Четверо тигриков. Фокс. Да, ой, подожди, кто-то красивый. Зебра. Нафига мне зебра это ваша? О, это... Минутку. Что? А вот это кто такой? Кто такой? Это кто-то красивый. Так зебра крутая. Вау! А ну покажи. Минуточку, минуточку. Вот так вот. Вот так вот неплохо, ребят. Мы не вот видим. Вот. А почему? Где? Надень еще раз. Сейчас, подождите. А на квип? Эквип. Ну где ты? Во! О, посмотрите. Кто? Это 2% гидра. Чего? Да. Сколько дает? Ну, ясно. Да, всего лишь 11 на самом-то деле. Я думал, намного больше, но нет. Ну, кстати, да. Как-то мало. Разница не огромная, да. Это очень вообще странно. Вообще не огромная. И прикол в том, что гораздо выгоднее собрать тогда несколько питомцев, да, более, да, дешевых. Да, все так. Так, вопрос. Как вы думаете, 8500 хватит или не хватит? Для ну, вот так, этого чисто ваше чувака, мнение. Конечно, хватит. Да. Я думаю, да. Да. Так. Я думаю, даже можешь попробовать Дюд. Вон того. Какого вон того? Следующего. Бок, который стоит. Какого следующего? Так а это самый последний, там? Нет? Нет, там сбоку есть один. А-а-а, ой, я его и не заметил. А, да, ничего себе. Не приметил Уяката сразу. Какой-то. Подождите, Уяката. А чё, реально можно? Дед какой-то? Ну я послабее, чем он, это точно. О! Что? Так, подождите, второй слот? Второй слот? Второй это слот? Что? Для питомца? Да, ребят, да, так и есть. Нормально. Так и есть. А ну, дед, иди сюда. Дед, ну-ка, давай. Так. Че, ты его побеждаешь, нормально? Да! Пойду-ка я, знаете ли, куплю еще пару яиц, потому что, ну, надо все-таки заапгрейдить тигрулю. Ну, или Фокс, конечно же. Очень хотелось. Ну, или Фокс, конечно же, говорю, очень хотелось как раз. Или нет. Дай тигрулю. Да какой Арктик Фокс? Заканчивайте, пожалуйста. Ну, тигрульку дай. Да, ну, ой, блин, ладно, короче. Я похожа на колобочка. Ну, да. Да мы все тут такие. Не, Ёша будто бы немножко такой вытянутый, нет? Ой, ладно, короче, что я сюда пришел? Арктик Фокс, минуточку, апгрейд. Так, сколько? 12, 10 зебра. Эквип бест. Спасибо большое. Сколько я теперь буду зарабатывать на тренировке? Минуточку. Ну-ка, давайте проверим. Ага. А, подождите, у меня вот это можно, да? А, не, нельзя еще. Ну, неплохо, неплохо в целом. Мне нравится. А я считаю, надо деда повыносить. Получается, я могу уже... И пойти посмотреть, что дальше. Идти, да, дальше. Конечно. А у тебя есть 300 тысяч? Нет, нет, нет. Я просто, типа, даже не знаю, надо ли оно нам. Ну, давайте посмотрим, конечно же. Да ладно, это быстро. Всего лишь 10 дедов надо. Да, что-то они совсем улетают. Единственная проблема, что далеко эти деды стоят. Ага, да. Да, да. Слушайте, а там
предыдущей локации нет никакого деда, которого можно победить и получить еще один слот. Нет, там точно никого не было. Как? Ну вот он стоит такой же. А, ты отошла в прошлую локацию, там реально кто-то есть? Да, есть дед. И что, и слот дает? Не знаю, вроде нет. Нет. А, ну и нафиг его. Да. Но у меня уже есть 300 побед, 1000, так что я пойду посмотрю, что там дальше. Рекомендую вам еще 10 дедов так прикончить, чтобы потом там просто яйцо есть в следующей локации. Так что, если а что там за первого чувака? Блин, я хотела своего тигренка улучшить. Не дадут 30. За первого чувака ты его не победишь. Ага. Мне так кажется, почему-то. Че, пойду посмотрю? Пойдемте. Давай. Ну-ка, открывайте. Открывайте ворота. Так, что у нас тут? Петух. Тренер, сумоист какой-то, робот, рептилоид, и кто это? И опять дед, понятненько. Кто слабее? Петух? Нет, вот этот вот. Да, я понял, действительно ничего у меня не получится. Ну и ладно, собственно говоря, просто развалился. Значит, в следующий раз, ребят, на сегодня будем заканчивать. Что-то какая-то долгая, по-моему, серия получилась. Прокачивались долго, потом дрались долго. Так что спасибо, что смотрели, и пока. Пока. Пока.